Грузия, наши дни. Как я люблю драгоценные алмазы моего сердца Грузии. У меня там так много друзей, знакомых, артистов, учеников много. Итак, Грузия, наши дни. В дом. Два грабителя пробираются в дом и начинают грабить этот дом. Быстренько в сумки, в чемоданы собирают разные вещицы. Случайно натыкаются на огромный бурдюк с вином. И один другому говорит: «Вальми, давай выпьем, давай выпьем». Он говорит: «Не-не, ты что, тихо-тихо-тихо». Он говорит: «Ну, по чуть-чуть, ну, по чуть-чуть, я тебе…» Он говорит: «Ну, по чуть-чуть можно». Выпили. Он говорит: «А теперь давай споем». Он говорит: «Не-не-не, тихо-тихо, ты что, быстренько собираем». Он говорит: «Ну, по чуть-чуть, споем, ну, по чуть-чуть, я тебя прошу, по чуть-чуть». Он говорит: «Ну давай, спели». Он говорит: «А теперь давай станцуем». Он говорит: «Не-не». Он говорит: «Ну по чуть-чуть». Затанцевали. Просыпается хозяин дома, видит незнакомых мужиков и говорит: «Вальми! Вальми, в доме гости, а я сплю». В таком драгоценные алмазы моего сердца. У вас в гостях Аваяк Акопян. Просыпайтесь.